такая получилась бык-корова. Не понимаю я, корова это или бык. Я хотела сделать быка новогоднего. Но что получилось, то и получилось. Посмотрите. Это такой, я сначала сделала, видите, голову, потом подложку, типа травяная такая подстилочка и типа цветочки. Будет барельефчик. Можно здесь такую планочку приделать и веревочку. И будет такая как картинка. Или даже можно на елочку повесить как символ будущего года по китайскому гороскопу. Вот такая корова, бык, му, получилось. Вот. Так что понравилась мне очень эта затея, забава. И как забава, и как сувениры к Новому году для родных, близких. И деткам, и взрослым. Шутка юмора такая, я думаю, неплохая получится. Так что, ребята, дерзайте. Желаю вам творческих успехов.